На що треба звертати увагу виборцям, віддаючи перевагу тому чи іншому кандидату? Що буде з гривнею після виборів та які зміни готує влада щодо пенсії? Ви дивитесь «Грані», я Світлана Прудникова, вітаю. Мій гість сьогодні – лідер громадської сили Загід Краснов. Вітаю. Добрий. Ми працюємо в прямому ефірі. Нагадаю, що агітація за та проти строго заборонена. І вам, і нашим глядачам. Декілька годин залишилось до закінчення першого етапу передвиборної гонки. За участю неї претенденти загалом виклали майже 1 300 000 000 гривень, повідомляє Комітет виборців України. Дві третини з них пішли на рекламу та агітацію. В тому ж Комітеті виборців пропонують законодавчо обмежити чи взагалі заборонити витрати на політичну рекламу. Чому? Слухаємо пряму мову. Де-факто можуть змагатись не програми, не стратегії, не кандидати, не живі люди, а режисери роликів, піар-кампанії, які придумують яскраві емоційні гасла. І таким чином вибори суваються фактично у віртуальну реальність, коли немає прямої дискусії. Ну, тобто, Загіде Геннадійовичу, йдеться про те, що, по суті діла, у цій предвиборчій гонці змагаються ні обіцянки кандидатів, ні їх програми, а режисери, які роблять ці ролики, так, та, звичайно ж, кількість грошей, щоб кандидат мав можливість витратити на те, щоб це все зробити. Що ви думаєте з цього приводу? Та взагалі, ну, звичайно ж, ви дивились програми різних кандидатів. Чи побачили ви в них то, чого чекають усі, тобто зміни на краще в країні без агітації? Я поняв. Давайте начнем, наверное, с того, что политтехнологи есть во всех странах. Политтехнологи работают во всех странах, в любых компаниях, в выборчих компаниях, и это нормально. Просто вопрос в том, что воровать можно, или воруют там, где есть возможность воровать. Брешут там, где можно брехать. У нас сегодня уровень брехни политиков напрямую зависит от политической зрелости избирателя. Если избирателю можно навешать что угодно на уши, да, лапшу на уши, то они это делают. Если избиратель сам это дает себе на уши вешать, то чего не вешать? Вот когда мы станем с вами, вот, люди, народ, когда станет политически грамотным, когда будет анализировать то, что нам показывают по телевидению, тогда и политики будут обещать то, что более-менее хотя бы сродни с реальностью, то, что они могут делать. Так на самом деле сейчас соревнуются политтехнологи, кто больше пообещает. И абсолютно не важно, это реально или нереально. Называют цифры просто красивые. 500 построили там 500 дорог или 1000 домов, или там еще отремонтировали столько-то. Это цифры, чтобы были круглые, красивые, большие. А проверить же это невозможно. Поднялось ВВП на столько-то процентов. Как люди могут проверить, на сколько процентов поднялось ВВП или сколько тысяч километров дорог отремонтировали? Кто это может вообще проверить? Когда люди будут давать оценку власти, исходя из того, что он видит в своем холодильнике или в гардеробе, или хватает ли ему зарплата до конца месяца, тогда наши политики перестанут врать или будут врать в пределах допустимого, приличного, и мы будем жить в нормальной стране. Все зависит от нас. Ну, разумеем, а что... если мы смотрим сегодняшнюю социологию, как собираются люди голосовать, я не агитирую ни за кого, так, ну, а то, мне... то мы поним... я понимаю, что мы долго еще будем плохо жить в стране. Я не вижу перспективы у нашего народа при тех социологических показателях, которые говорят сегодня, как народ будет голосовать, мы долго будем в нищете жить. Ну, до всех этих соцопитувань дуже багато запитань, тому ми взагалі не звертаємо на них увагу, тому що, ну, чи відповідають вони дійсності, чи ні, ну, це, як ви кажете, про дороги. Хто може це перевірити, чи це так, чи це не так? Соціологію ми побачимо вибори. Соціологію ми робимо самі теж для себе, для внутрішнього пользу.
получить звание, громад сил дела и социологии тоже, они приблизительно похожие на те. Даже возьмите маленькие погрешности, все равно социология такая, что показывает, что... Ну, лидеры, они есть, да. Там 3-4 лидера. Вопрос вони... не в лидерах, а вопрос за кого и за что. Когда говорят по приколу голосовать за кого-то, то я понимаю, что мы прикалываться будем еще много лет сами над собой. І все ж таки, ми розуміємо, що дійсно більшість виборців вже прийняли рішення, за кого вони віддадуть свій голос, так? І все ж таки, щоб ви порадили, на що треба звертати увагу, коли голосуєш, обираєш президента? Перше, ви знаєте, слово «нові лица» треба забувати. Почему? Потому что это вот слово «новые лица» – это фишка политтехнологов. Только не думающий человек может на это клюнуть. Почему? Если посмотреть на нашу Верховную Раду, там минимум 70% – это новые лица. Из тех, которые пришли туда как новые лица, минимум на 10 человек новых лиц на патриотических лозунгах, которые пришли. Открыты уголовные дела, и некоторые из них мы видели по телевидению, как скрытые видеосъемки, как они брали взятки. Это, кстати, новые лица все. Ну, 44 кандидатов, да? Действительно, дуже багато облич было. Вопрос, я имею даже сегодняшнюю Верховную Раду. Любая Верховная Рада, любой горсовет или область, это неважно, любой орган избирательной власти, да, местные или же Верховная Рада, Советы, обновляется минимум на 50% на каждых выборах. То есть минимум 50% новые лица. А нынешняя Верховная Рада 70% новые лица. На постмайдановских, майдановских эмоциях, которые зашли. Но новые лица ничего не меняют. Могут менять только профессионалы, безусловно, которым есть доверие, которые пришли что-то делать. Да, среди профессионалов нужно находить тех, кому вы доверяете, те, которые по тем или иным качествам вам подходят, но среди профессионалов. Я вижу так. Мы когда почему-то и будем искать себе руководителя на предприятии, мы ищем не просто новое лицо, а ищем именно профессионала, который поставленная задача справится. А по отношению к стране у нас почему-то другой подход. А как вы вважаете, чему взагалі так багато галасу навколо президентских выборов? Ну, мы же все пам'ятаємо, что у нас парламентсько-президентська республика. Тобто набагато більше повноважень саме лежить на Верховній Раді. Тільки деякі напрямки несе за них відповідь саме президент. А у нас чомусь, ну, ми бачимо, начебто вже президентсько-парламентська республіка, так, форма правління. Як ви вважаєте, чому і чи треба якось це змінювати? Чи, можливо, нам дійсно вже треба переходити до президентсько-парламентської форми правління? В такій країні, як наша, в кавичках демократичній країні, де, по суті, правовий нігілізм, самий нормальний строй государственный – это парламентский. Когда именно Верховная Рада будет выбирать канцлера или президента, неважно, как вы его назовете. Да? Почему? Потому что тогда именно в Верховной Раде люди знают, кто чего стоит. Обмануть их невозможно. Их роликами, депутаты Верховной Рады, роликами «вы хороший» или «я плохой» или наоборот, обмануть невозможно, потому что они среди себя, каждого знают, кто чего стоит, кто что крал, не крал, честный, нечестный и так далее. Поэтому во многих европейских странах, даже в большинстве, именно парламентские республики или парламентские страны, где выбирают премьер-министра или канцлера. Хотя есть и президентские тоже. Это первая часть. Безусловно, я за парламентское государство. У нас сегодня, вы правильно заметили, у нас большой ажиотаж именно и внимание именно президентским выборам. Хотя, на мой взгляд, людей больше должно интересовать именно парламентские. Почему? Потому что люди в первую очередь думают о еде, о одежде, то есть о
экономики. Экономики государства, экономики или бюджете с семейным. Это зависит не от президента. По Конституции президент отвечает за оборону и безопасность страны, за международные отношения. А всю экономика, экономический блок зависит от Верховной Рады. То есть от кабинета министров, который формирует Верховная Рада. От кабинета министров, который подотчетен Верховной Раде, который Верховная Рада может разгонять, новую собирать, и назначать и так далее. Поэтому, по сути, в нашей стране, при нашей нынешней действующей Конституции, больше всего людей должно интересовать именно выборы Верховной Рады. Но, к сожалению, как я уже говорил, у нас страна с правовым нигилизмом, поэтому президент узурпировал власть и сегодня подогнал под себя Верховную Раду, и коалиция большинства у нас является коалицией пропрезидентской, и они делают все так, как им скажет Банковой. И неважно на данный момент, кто президент, как его фамилия. Это было есть в этом, при этом президенте, это было при прошлом президенте и позапрошлом президенте тоже. Ну, наша страна и ментальность наша пока такая. Поэтому, исходя из этого, мы сегодня уделяем большое внимание президентским выборам. Как это можно исправить? Что нужно сделать для того, чтобы президент не мог узурпировать власть и делать свое большинство, и заниматься тем, что ему Конституцией право не дано, это прокурор, генеральный прокурор. Его не должен назначать президент. Я считаю, что есть коалиция большинства, которая берет на себя исполнительную работу, осваивание бюджета, программы развития государства, все министры ихние, министры всех экономических отраслей ихние и так далее, руководители экономических отраслей все ихние, но контролирующий орган тогда должен не принадлежать, а назначаться именно оппозицией. То есть вы выполняете работу, я вас контролирую. Или наоборот, я выполняю работу, вы контролируете. Но абсолютно нелогично, неправильно, когда я выполняю работу, я осваиваю деньги и при этом сам себя контролирую. Но это было дуже гарно. Это же самоконтроль, это найвище ступень. У нас в стране ступень, самоконтроль на всех уровнях, поэтому в стране все разворовывается, некому контролировать, потому что сам себя никто контролировать не будет. Поэтому, когда у нас прокуратура не будет подотчетна президенту и назначаться им, а будет подотчетна, к примеру, полностью Верховной Раде только, вот тогда у нас будет страна на самом деле демократичная, правовая и тому подобное. Я думаю, это одно из главных поправок, которые должны внести. Передвиборна кампанія була, ну, на мій погляд, досить цікавою. Так багато ми чого дізналися про наших усіх кандидатів. Можливо, не дуже це подобалось кандидатам, а вже ж все рано чи пізно становиться ясним, як то кажуть. Так? Зараз йдеться про те, що експерти говорять про те, що явка буде дуже високою, а поліція каже про те, що може бути багато різних складних ситуацій і фальсифікацій, і навіть до замінування виборчих дільниць. Яким ви бачите день виборів? Ну, як ви вважаєте, як вони пройдуть? Чи справиться наша поліція? Чи дійсно буде висока явка? А головне, якою ви бачите ситуацію після виборів? Ви знаєте, я хотів відмітити те, з чого ви почали. На самом деле эти выборы, если вы заметили, вот наши телезрители все заметят, уникальны тем, что они не похожи на все предыдущие. Грязи мало. По сравнению со всеми предыдущими выборами, здесь грязи меньше. Мы не увидели газет или листовок, которые раздаются против кого-то. Ну, нету, правда же? Вот именно вот желтой прессы нету. То, что ну, проти сегодня... багато роликов в интернете и також но проти то... минуточку, багато. Минуточку. То, что в интернете есть ролики, это не грязь, а раскрытие махинации.
Это грязь, это то, чего не было, и выдумывают. А когда говорят, вот Иванов ворует, вот там-то, вот как он воровал, вот схемы и так далее, и документы, это не грязь. Это не грязь. Вот. Поэтому с вами, нас, але я вам потом покажу, было критики, ей грязь, не ролики. У нас больше критики, больше раскрытие, документальное раскрытие махинаций, но грязи, безусловно, грязь, наверное, еще останется долгие времена, но гораздо меньше, чем на предыдущих выборах. Угу. Что же касается, как пройдут эти выборы, но, безусловно, власть, как любая власть, будет делать все, чтобы их, особенно наша нынешняя, чтобы своих, из своих рук власть не упустить, будет бороться. Ну, меньше же кандидаты также будут бороться, так? Еще, есть один момент. Ну, всегда, я вывожу вас, чтобы не было у нас агитации, чи нормально. Чи вы проти. Можете оспаривать так. То, что я говорю, но как бы не было фамилии власти, но у власти всегда есть, в отличие от кандидатов, админресурс. Так же, ну, да? Так, звичайно. У власти есть бюджет в руках, у власти есть много чего, чего нету у кандидатов, оппонентов, которые находятся в оппозиции. Поэтому мы и ожидаем какие-то шаги от власти гораздо больше, неправильные, незаконные, чем от кандидата. Хотя это может исходить от любого кандидата. Но вероятность и объем неправильных, ну, скажем так, правонарушений, что нравственных, что юридических, то от власти будет больше. Как этому будут... Как можно этому препятствовать, или как я вижу ход событий, я хочу сказать, это опять-таки первые за независимую Украину выборы, когда полиция сказала, что мы нейтральны. Когда полиция сказала, что мы будем бороться против покупки голосов, против фальсификации или против еще чего-то, независимо как фамилия кандидата, он провластный или же оппозиционный. Это нас радует, это нас обнадеживает, это очень хорошо. Это первый шаг. И абсолютно не важно, как мне на одном из центральных каналов спросили, но министр же там наверняка в каких-то переговорных процессах с кем-то. Ну, конечно. Аваков, он политик. Он был губернатором, он был депутатом Верховной Рады, и он, безусловно, видит себя дальше тоже политиком. Но не важно, с кем-то он разговаривает или нет, важно, что он сказал. И я разговаривал с некоторыми высокостоящими генералами, и они реально подтверждают, что у них одна команда – быть абсолютно независимыми, то есть нейтральными, и арестовывать или открывать уголовные дела абсолютно против любого, кто будет фальсифицировать. Это нас радует. Что же касается какие-то радикальные течения, которые что-то заявляли или что-то будут предпринимать, я думаю, это больше чисто политические лозунги этих людей для самораскрутки. Заниматься этим будут именно штабы кандидатов, то есть работать против фальсификации и подсчетом, чтобы выборы шли честно, и полиция. А щодо переможця виборів, як ви вважаєте, ну, ми чули дуже багато різних обіцянок, є програми, звичайно ж, так, а вже ж, що треба в першу чергу зробити президенту після перемоги на виборах, на ваш погляд? З чого треба починати? Новому президенту. Тому президенту, хто який, виграє, можливо, да. Старий, можливо, новий, той президент, який виграє, так. Любому президенту, кто бы он ни был, старый или новый, после выборов первое, что нужно делать, объединять страну. Потому что на выборах есть разные сторонники. Я сейчас знаю людей, которые, семьи, которые голосуют один за того, другой за то семья, допустим, муж за одного, жена за другого, или же дети за третьего, спорят. Но, слава богу, спорить не так, как когда-то шел, когда Янукович и Ющенко, там, тот американский шпион, тот бандит и так далее, а спорят более мирно. Но, тем не менее, кроме этого, есть люди, которые между собой не члены одной семьи спорят. Что нужно делать? В первую очередь, объединять всех, потому что любой народ, любая страна имеет развитие, перспективу на процветание только тогда, когда они едины и имеют единую цель или идею. Это задача президента.
Любая страна имеет перспективу на развитие, на процветание только тогда, когда они выбирают не президента, а когда они находят лидера нации. Вот именно за лидером народ идет, но не за президентом. Я очень хотел бы, чтобы наша страна, украинцы, когда-нибудь нашли лидера нации, а не президента. Тогда мы будем обречены на классную жизнь. В данный момент, безусловно, после того, как он сделает определенные шаги на то, чтобы объединять нашу президента, сделает шаги на объединение народа, после этого, безусловно, один из главных вопросов – восстановить в стране мир и поднять экономику. Это два главных вопроса, которые, по сути, волнуют сегодня всех. Згідно з вами, звичайно. От щодо економіки, звичайно ж, кожного українця, ну, будь-які політичні такі події, вони дуже часто у нас, на жаль, сразу відображаються на курсі гривні, так? Що буде після виборів з гривнею, намагаються вгадати українці та спрогнозувати профільні структури та експерти. Резких обвалов быть не должно, но будет плавное проседание, в рынок выкинута дополнительная масса денег. Это и субсидии, выданные деньгами наличными, это и дополнительные, так называемая 13-я пенсия и так далее. Эта денежная масса на цены сработает, а следовательно сработает на инфляцию и на курс. Свои более конкретные прогнозы склали вітчизняні и международные установи. Мінфін очікує, що на кінець 2019-го за долар правитимуть трохи більше 28 гривень. Ледь не на 1,5 гривні дорожчим він буде за прогнозами Мінекономрозвитку. 28,60 – то вартість долара в Україні, яку прорахував МВФ. Найменш втішні – показники незалежних фінансових аналітиків. Понад 30 гривень за умовну одиницю, а це вже вище за історичний максимум. Тож, чи згідні ви з такими прогнозами та якою бачите ситуацію в економіці та в банківському секторі, звичайно ж, після виборів, незважаючи на те, хто переможе? Вопрос економіки – це доволі-таки об'ємний, великий вопрос. Можна на цю тему говорити часами. Якщо вкратце говорити, то, безусловно, після виборів економіка, вона і так у нас дуже тяжелим положение, потому что количество предприятий с иностранными инвестициями у нас стало, допустим, за последние 4 года где-то 3 раза меньше в стране. Их вывели, их закрыли. Иностранные инвесторы, дивиденды, вместо того, чтобы расширять здесь производство, допустим, только в прошлом году вывели 3 миллиарда евро из страны, которые они могли бы оставить у нас в стране, потому что инвестиционный климат им не дает, не позволяет этого делать. Что же касается количества рабочих мест, у нас реально сокращается. То есть у нас мы не видим пока рост экономики. Но при этом затратная часть в этом году из-за президентских выборов, не предусмотренная бюджетом затратная часть, увеличилась. Ну, к примеру, эксперт сказал, это один из моментов, монетизация, да? Монетизация, субсидии и так выдавали бы, но из-за монетизации сегодня люди, получая деньги и не имея возможности себя прокормить, в первую очередь будут покупать хлеб, но не будут платить за тарифы на газ или на что-то, определенная какая-то часть. Вы вдумайтесь, год тому назад долги за коммунальные услуги в целом по стране было 33 миллиарда, а сегодня уже под 60 миллиардов. Я думаю, в течение нескольких месяцев она будет уже 70-80 миллиардов. А это же определенная нагрузка на властный, то есть на бюджет тоже. Кроме этого, те деньги, которые сегодня раздают, что центральная власть, что местные власти, а местным властям центральная власть обещает дотациями вернуть, как социальную помощь, которую сегодня наши жители получают, да, материальную, социальную помощь по 1000 гривен, по 1500, по 750 гривен. Ну, головное, что после выборов також це зберігалось, ця можливість і допомога. Этого уже никогда не было. И дальше не будет. Это просто под выборы раздаются деньги. На минуточку, деньги раздали. Это хорошо.
Что потом? Ведь эти же деньги были сняты с других статей расходов. За эти деньги должны были построить, в бюджете были предусмотрены ремонты школ, ремонты дорог, ремонт или модернизация какой-то котельни и так далее. Но все эти деньги сняли, раздали людям для того, чтобы показать, что власть у нас хорошая. Смотрите, вот как вы классно живете, видите, вот мы вас, про вас заботимся. Но минуточку, выборы пройдут, кто бы ни стал президентом, эти же деньги нужно восполнить. Откуда их восполнять-то? Но включать машину, печатать. Включать станки, печатать, то есть это инфляция. Что такое инфляция? Покупательная способность гривны упадет. Люди станут чуть беднее. Вот и весь расклад. Безусловно, я не могу сейчас гадать, не хочу гадать, я не знаю, насколько гривна упадет. Точнее, чтобы люди понимали, курс гривны к доллару имеется в виду. Да, насколько упадет гривна, не знаю, но упадет точно. Но что делает нынешняя власть? Ну, это же сейчас агитация получается, нет, да? Не треба агитации. Да. Что нужно делать в целом, кто бы ни был в власти вот после выборов, это заниматься именно экономикой. Все хорошо. Украинский язык, да, государстве должно быть, в любой стране должен быть государственный язык, может быть, не может быть, а именно украинский язык должен быть государственным. Но у меня есть по поводу этого другое видение тоже, которое я не раз говорил. При этом должны быть, так как в Европе, региональные языки тоже. Как языки делопроизводства. Вот. Но это один момент. Правительство не должно ставить во главе угла эмоциональные вопросы. Во главе угла нужно ставить экономику, деньги. Потому что любой вопрос решается, когда у семьи есть деньги, когда бюджет государство большой, когда при экономическом росте решается и вопросы, связанные с образованием, и медициной, и обороноспособности страны. Потому что, чтобы купить, что такое современные, вот сейчас говорят у нас армия могутня, нова и тому, я только не понимаю, в чем она нова. Я понимаю, если бы сказали бы, у нас было 100 самолетов, а теперь стало 150 самолетов. Я уверен, что у нас ни одного самолета больше не стало. Потому что, чтобы люди понимали, современный самолет стоит от 50 миллионов до 100 миллионов. Вот истребитель современный стоит 50-100 миллионов долларов. Чтобы просто люди понимали. Танк современный стоит от 7 до 12 миллионов долларов. Вот когда мне скажут, что у нас новая армия, могутняя армия, и почему? Потому что у нас было столько-то танков, стало 1,5 раза больше, было столько-то самолетов, стало столько-то больше и так далее, я это пойму. Но пока у нас никто таких цифр не может сказать, потому что я уверен, что у нас ни на один танк больше не стало, и нет у нас ни одного современного самолета, который добавилось. Все старое, которое ремонтируется. Ну чему? Ну мы же знаем, ну, что Америка, Соединенные Штаты допомагают и наша оборона... Минуточку, я прошу... Ну, мы не будем дискутировать. Деньгами дали 250 миллионов, которые Укроборонпроме разворовали. Что значит помогают? Да, единственное, чем они помогают, могли, дали джавелины, которые с плеча стреляют, что это есть увеличение обороноспособности страны. Я хочу, чтобы мы были сильны. Я хочу, когда я выезжаю за пределы нашей страны, гордо говорить, что я с Украины. Я этого хочу. Но сами себе петь песни, которые с реальностью ничего общего не имеют, это значит сами себя убаюкивать и голодными ложиться спать. Ось, ніколи ситими тоді не стали. Саме таким образом ви повернулися знову до економіки кожної родини. Да, так. І розуміємо, що розмір пенсії – це дуже важливе питання. Так? Особливо ми говоримо про те, що пенсії треба якось збільшувати вже. Да. І ось що пропонує з цього приводу влада. Планує введення загальнообов'язкової накопичувальної пенсії. Це другий рівень пенсії, коли люди
люди, роботоздатні, ті, які працюють, будуть відраховувати гроші на окремий власний рахунок, і ці гроші потім будуть отримувати як додаткову до основної пенсії, яку отримують зараз. Вже є законопроєкт з цього приводу, і навіть вже Кабмін його погодив. То я думаю, що після виборів ми побачимо вже цей законопроєкт на голосуванні в Верховній Раді. Йдеться про те, що перший рік, коли ця система буде введена, люди будуть платити там по відсотку, потім по 2%, а потім з кожним роком додати по ще 1%, щоб вийти на 10% додаткових зарплати на цей власний рахунок. Якщо людина не доживе, не дай Боже, до пенсії, то як спадщину вона може передати це своїм нащадкам. От як ви вважаєте, ми зараз з вами казали про те, що постійно падає гривня, так, хоч трошки, але ми це бачимо і, ну, на жаль, поки що не можемо цього уникнути. Чи в наших реаліях вводити такі системи? Смотрите, я признаюсь, что этот законопроект, это еще не закон, его только подали в Верховную Раду. Ще навіть не подали, але він вже є. Поэтому я его не изучал, знаю так поверхностно. Угу. Но из того, что знаю поверхностно, давайте я отвечу на него. Вы задумайтесь над тем, что мы сейчас говорим. У нас кабинет министров, который, это как менеджмент на заводе, на предприятии, который должен зарабатывать деньги, который должен экономику предприятия поднимать. Также наш премьер-министр и Кабмин должен поднимать экономику страны. Да? Чем он занят? Он занят следующим. Для того, чтобы пополнить бюджет, он вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, новые доходы в бюджет, с новых рабочих мест, вместо того, чтобы создать инвестиционный климат хороший, чтобы иностранные серьезные компании зашли, здесь производили, вывозили на экспорт свою продукцию, как делают во многих других странах, у которых экономика начала подниматься, и платят, и чтобы платили здесь налоги и тому подобное, наше правительство пополняет бюджет за счет тарифов, которые поднимаются каждый год. Я извиняюсь, каждый год по несколько раз. За счет акцизов, которые поднимают на алкоголь, на топливо, на сигареты. За счет налогов на роскоши. То есть с наших же карманов, карманов населения вытягивают для того, чтобы пополнить бюджет, и чтобы потом с этого бюджета вытянуть из наших карманов нам что-то делать. Да? По этому же пути, это, знаете, наша песня «Хороша, начиная сначала», вот по этому пути пошли по пенсиям тоже. Кабинет министров, точнее, я извиняюсь, правительство наше должно обеспечить или наших пенсионеров, которые всю жизнь проработали, достойной пенсии. Мы все платим налоги, где включена составляющая пенсионного фонда тоже. Мы все это платим. Так, но они нам говорят, вы знаете, мы не можем поднять экономику, мы импотенты, мы не профессионалы в этом вопросе, мы этого не можем, но мы решили за счет вас ваш же пенсионный фонд еще раз увеличить. То есть только по-другому. Вот пенсионные взнески делаете каждый год или каждый месяц? Да, продолжайте делать. Вы чересчур хорошо живете, у вас зарплаты, мы смотрим, большие, вы не знаете, куда их девать. С ваших зарплат мы сейчас вытянем еще, кроме того, что вы платите пенсионный фонд, еще деньги на отдельный ваш счет пенсионный, но который мы, правительство, будем пользоваться для решения, для латания тех, скажем так, проблем, которые у нас накопилось. То есть они вытягивают еще раз у работяг зарплаты, деньги для того, чтобы мы их положили на счет, они этими нашими деньгами будут пользоваться. Да? Вместо того, чтобы по-другому поднять экономику и давать достойную пенсию. Но у нас, минуточку, у нас зарплата не увеличилась. У нас такие же плохие зарплаты. С нас хотят еще снять пенсионный внесок. Кроме того, что мы платим. Для чего? Для того, чтобы за счет этого пополнить бюджет.
Ведь те деньги, которые мы будем платить, это же не то, что там они лежат на счету, их никто не трогает. Нет, ими они будут пользоваться. И кроме того, мы в чем будем им платить? В гривне или в долларах? Ну, конечно, в гривне. Гривна каждый год обесценивается. Они будут что, его индексировать? Думаю, нет. Если даже будет индексация, то на копейки. То есть я не вижу здесь ничего хорошего. Да? Я думаю, путь должен быть такой, как во всех нормальных странах. Должны развивать экономику, должны увеличивать бюджет. Бюджет должен государство расти. И когда есть в бюджете достаточно денег, когда он растет, то появляется у правительства возможности давать достойные стипендии, зарплаты, пенсии и все остальное. Давать на содержание культуры, там, образования, здравоохранения. Нужно идти именно этим путем. Но у нас правительство пока идет только одним. Как у них чего-то не хватает, то повышают или же тарифы, или же акцизы, а сейчас решили еще на пенсии з кармана ще витягнути. Зібрати, так. Ну, також згідно з вами, що нехай будуть нормальні, скажімо так, зарплати, щоб українці, ну, українці спроможні піти до банку, відкрити там рахунок, так, і якщо є така можливість, відкладати там 2% чи 5, чи 10, і потім, можливо, як ви кажете, в доларах, так, і потім забрати ці гроші, коли людина піде на пенсію. Абсолютно. Навіщо тут, як то кажуть, прокладки держави? На депозит так, в банк, так. Доллар на депозит в банк, чтобы на курсе не терять. И когда посчитает нужным, когда уйдет на пенсию, забрати ці гроші. Цифру в долларах. Ну, можливо, уряд ще нам дасть якісь доводи з цього приводу, обов'язково їм прийдеться це зробити, так? І, можливо, вони нас переконають, що треба саме прийняти цю систему. Ну, побачимо, ну, це да, з часом. Ви згадували тарифи, і дійсно ця тема, ну, звичайно ж, завжди перед виборами вона вспливає, ну, а у нас вона непроста, тому спливає вже декілька років, тому що дійсно тарифи дуже зростають. І з цього приводу питання обговорюють експерти, спеціалісти, звичайно ж, по-перше, щодо цін на газ. Одні вже кажуть, що треба йти і напряму покупати газ в Росії, щоб зменшити якось ціну. Інші кажуть про те, що цього ні в якому разі не можна робити і треба продовжувати покупати газ в Європі. Що ви думаєте? Яка ваша точка зору? Тарифы на самом деле растут. Политиков тоже нельзя слушать, потому что политики любят преувеличивать тоже. Когда говорят, что за время независимое, или там за последние 4 лета, или там сколько, тарифы увеличились 9 раз, это тоже есть неправда. Да, они увеличились 9 раз, но в гривне. Если посмотреть на курс доллара к гривне, то они увеличились 2,5 раза. В долларах они увеличились 2,5 раза. Это первое. Второе. Что касается по поводу того, как некоторые говорят, нужно по поводу газа покупать прямо у России или нет. Конечно, нужно. Объясню почему. Я хочу этим дурачкам, которые говорят, что не нужно, задать один вопрос. Но мы же уголь покупаем у России. У нас 70% импорта угля из России. А чем уголь отличается от газа? Да? Это то же самое, знаете, российский газ у России покупать нельзя дешевле, как минимум на 42 доллара, как минимум. Это если даже они нам не будут скидки давать, просто скидки. Мы покупаем сегодня на европейском рынке плюс обратный транзит на 42 доллара. На минуточку, друзья, может быть, напрямую лучше покупать и на 40, даже... Пусть нам не делают никаких там скидок, ничего. Наши враги, нам не надо скидок. Вопросов нету. По европейской цене только напрямую, чтобы на обратный транзит не платить. Но мы покупаем российский газ, потому что у Швейцарии своего газа нету. У швейцарской фирмы. Это же смешно. Это так же глупо, нелепо, смешно, как в Россию
самолетом летать нельзя, а поездами, автобусами можно. Зрозуміло. Вашу точку зору. По поводу энергетической независимости я уже сказал. Мы покупаем уголь у России. Зрозуміло. Не маємо вже часу, тому я почула вас так. Тому на закінчення вже не маємо часу, тому Или дуже... Или, я извиняюсь, если мы не покупаем... То ничего не покупаем. Тогда вообще нужно экономические отношения прервать и ничего не покупать. В этом логика есть. Зрозуміло. Или так, или так. Одним реченням відповідь на запитання, з яким настроєм у неділю підете на вибори. Обов'язково ж підете. Все буде хорошо. Дякую. Не можна по-другому. Все буде хорошо. І ми повинні всі пойти проголосувати, своє рішення прийняти, проголосувати, тому що це наша обов'язковість. А так у нас все має бути хорошо. Дякую. Це був лідер громадської сили Загід Краснов. Завтра в Україні день тиші без агітації. А післязавтра кожен українець має можливість висловитись на виборчих дільницях. Тож нехай переможе процвітаюча Україна.